Когда я увидел в магазине такое большое разнообразие яблок, я решил их взять и с них что-то приготовить. Привет, товарищи! А сегодня я делаю варенье из яблок. Нарежу кусочками и засыплю сахаром. Вот такое варенье будет. Товарищи, делаю пюре из яблок. Смотрите, вот такая вот нарезочка. И сейчас буду отправлять в мультиварку. Так, вот такая вот нарезочка. Сейчас буду зарезать. Вот так вот процесс проходит. Последние куски. И отправим в мультиварку. Еще 3 штуки. Оп, есть. Мыска пустая. А тут полная. Заправляем. Оп, тяжеленькая. Оп. Все, она внутри. Вот такая вот чаша. Это так надо, чтобы до конца не было заполнено. Сейчас закрываем и запускаем. Выставляю программу. Тушение 10 минут. Поехали. Все. Так, а теперь посмотрим на результат. Вот такое вот варенье вышло. Варенье пюрешка. Как кувалдиками падает. Кувалдик. Ну, как вкусно. Вот так. Все, пока.